Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем Будика, продолжаем альбом слушать, ребятки. Иностранный язык звучит, что ли? Нет. Нет? По-русски. Значит, так, завуалировай текст, да? Чтобы мы не поняли, да? И немножко по-английски, да? Как-то вот... Да? Два голоса здесь, ребятки. Интересно. Интересное звучание, да? Это на казахском он. Казахский. А-а-а. Ребятки, я зависла, сейчас уже отвисла. Слушаем дальше. Я проснулся, в смысле, что я не хочу толкать власть. Я очень любит меня, потому скучаю тоже. Рэпер мне пытался доказать, что его трек тоже. Слышу, ты писал, давай-ка повторим, мне тоже. Все мои старшие прибабосы, большая скучает, она не хотела брать. Я хотел один трек с Будой, но теперь хочу еще раз. Говорю ей про трек с Юрой, а она дает еще раз. Ты же меня любишь, любишь, когда я не вру. Извини, пожалуйста. Скорость нормально у нас? Нормально. Что-то так быстро, да? Я проверила, нормально. Кстати, бэби, моя сказка наяву. Я превращаю треки в деньги, но не черчу. Моя банда рядом, я не мечтаю больше. Нетко думаешь, я лёд врачу, да пусть хоть роки. Рэперы пиздят, а мне как-то похуй. Думаешь, я следующий, но я уже давно здесь. Засыпаю, просыпаюсь, забываю, вспоминаю. Препараты, дабл-кабл. Мы осуждаем запрещенные вещества. Да, ребятушки, мы осуждаем. Осуждаем запрещенные вещества и все, что с ним связано. И мы запрещаем запрещенные вещества. Да, и мы запрещаем запрещенные вещества. Осуждаем. Это детка, хочет рядом. Засыпаю, просыпаюсь, забываю, вспоминаю. Буду здесь дала спеть много слэту. Интересно, слэт платил ему или кто кому? Ну что, ребятки, скажу. Как тебе слэт звучал вот в конце? Почти весь трек слэт исполнил. Как тебя? Хорошо звучал, мне понравилось. Да, очень голос классный. Да? Голос классный. И что интересно, манера исполнения такая вот какая-то убыстренная, да? Вот быстрее. Это почему? Они, мне кажется, подкрутили там что-то себе. А, они подкрутили, да? Угу. Молодцы, интересно звучало. Подкрутили хорошо. Да, хорошо, интересно звучало. И Буду хорошо звучал, и слэт. Слэт, правильно? Угу. Молодцы, ребятки. С удовольствием танцевала, ребят. Где могла так... Чуть-чуть эдлип могла бросить, да, ребят? Ни не одного не было, ни одного бросала. Не было. Мы не обижаемся. Или я ни одного эдлипа не было. Правда не было, mm-mm. Да? Или я внутри про себя как будто там. Ну, я вроде танцевала. Эдлип про себя был. Да, наверное, ребят. Мне понравилось, ребятки, молодцы. А, Будика нашего слушаем, ребята. Альбом продолжаем слушать, друзья. Немножко не по порядку пошли. Да, немножко не по порядку, не обижайтесь, ребятки. Все хорошо. Пока, мои хорошие. Друзья, привет. Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо большое. Ребятки, слушаем трек. Пам-пам-пам, парам. Парам. Этот трек посвящается Ваньку. Посвящение. Посвящение. Е. Пися жопа, сися кака. Не люблю считать в таком темпе, я чуть не накак. Вчера меня ужалило крапива, я даже не заплак. Чего добился ты, я вчера накакал. Да, да, я вчера бабку факал. А потом всю ночь я очень громко плакал.
голос великолепный, ребят. Музыка такая классная, прекрасно звучит. Ну, ребят, текст немножко что-то пока не очень поняла еще я, ребятушки. Ну, а голос великолепный. Музыка все. Но текст не поддерживаем. Да, текст не поддерживаем, но музыка не комментируем голос. Текст, да, без текст комментариев. Да, текст не будем комментировать, да. Но голос и музыка великолепны, ребят. Великолепны. Прямо тут моя амигос. Да, да, мы гоним это дико. Моя сперма рикошетит, зови меня Рика. Если ты-то хочешь, то напиши мне тирик. Я похож на рыбу. На какую, я не знаю. Писечки кончаю, натуралов убиваю, геев уважаю. Писечки кончаю, натуралов убиваю, геев уважаю. Геев уважаю. Пися жопа, сися кака. Ну что, ребят, скажу прям. Голос великолепный. Звучит очень красиво, очень. Музыка интересная, бит интересный. Читает классно, прям хорошо читает. Молодец. Хорошо, ребят, текст не комментирую, ребят. Молодец, пиши дальше, не останавливайся. Адекватный текст пиши, да, только. У тебя шикарный голос. Адекватненько делай. Да, делай другой текст немножко. Ты классный исполнитель. Нравится мне музыка такая классная. Все сделал хорошо, молодец. Пока, друзья.